Все как всегда, как обычно. Я от рождения имею белые волосы. Этот цвет дает мне необычный характер. Слабая, умная, спокойная. Но все мои одноклассники считают, что я уродка. Тупая и шлюха. Хотя я ни разу не занималась этим. И почему все меня считают уродкой? У меня глюки. Наверное, слишком сильно бьют. Я что, опять в школу пришла самая первая? Эй, Лизная, у меня одежда грязная. Дай твоими волосами вытру. Ахаха, Белизна, сделали мне домашку? Или хочешь снова грязно ходить? Зайд, отвали от Врайт, она и так тебе много задолжала. Я знаю, как она мне отплатит. Что за наказание меня ждет? Пусть соблазнит учителя. Лучше меня, все равно училка не придет. Танцуй стриптиз? Нет. Нет! За что? Мне такая жизнь. И вот так каждый день. Правда, ужасно. Меня заставляли делать и похуже. Пинали в грязь, избивали. И мне никто уже не поможет. Родители живут в другом конце страны. А я одна. За? Глюки не может быть. Сайд, отвали от Врайт, она и так тебе много... Я забыла. Нет. Сделай это робко, нет.